здравствуйте, ребята. Сегодня пятница, время примерно 11:30, ну, утра, до полудня. То есть еще даже не обеденное как бы время, ну, для кого как. Я вот решил сгонять быстренько с работы на техосмотр. Опять снова 2 года прошло, снова нужно пройти быстренько. Ну, техосмотром-то, если вы помните, в Нью-Джерси назвать это довольно сложно. То есть это, в общем-то, не техосмотр, а тупо замеры выхлопов. И то там в трубу-то не засовывают шланг и не замеряют именно сам выхлоп, а все это делается из датчика самого же автомобиля. То есть все, что они делают, они вставляют провод в компьютер, в подключение вот это вот здесь под рулем OBD2. И считывают данные оттуда, с датчиков выхлопа. С датчиков выхлопа самого же автомобиля. Все это занимает буквально там 2-3 минуты, весь процесс, и все. Но вот надо это проходить. Вообще это что-то глупо. Я не знаю, какие машины что-то сейчас особо выхлопами страдают или что. Хотя я иногда вижу, что некоторые машины не могут пройти эту инспекцию, но мне кажется, это как раз именно из-за того, что датчики глючат. Чего там эти современные машины сильно там выхлопы, что ли, у них какие-то большие. Хотя вон у Volkswagen было черт знает что, но у них же и датчики обманывали. То есть сам производитель же, как я понимаю, обманывал. Тогда получается, какой смысл считывать эти датчики? Надо реально, как раньше они делали, в трубу вставлять этот шланг и проверять своим оборудованием. В общем, странная такая инспекция, господа. Очень странная. Ой. Там, по-моему, заключенные работали, что ли, там вон в этих в оранжевых костюмах. Что-то я не заметил, ладно, потом пересмотрю на камере. Здесь такое интересное место, вот здесь вроде как поворачивать налево нельзя, так как тут как бы две двойных вот этих сплошных полосы, а не одна. Но здесь все поворачивают. Ну и знаете, короче, все поворачивают, как говорится, все побежали, и я побежал. Фиг с ним. Вон, здоровая табличка стоит, Vehicle Inspection, сюда. Все, что нужно, вот нужно билетик взять, вы видите, вон она берет. Все, что нужно, это этот билетик, регистрация, документ на автомобиль и страховка. А, и права мои надо будет им показать. Зачем, непонятно, но, в общем, надо. Сейчас я тоже нажму эту красную кнопочку, взял билетик. Смешно, как-то нацепили тут. Гуси здесь вон слева. Ну, в общем, я не буду там, я сейчас камеру уберу, чтобы мне никто на меня косо там не смотрел, это государственная организация все-таки, и, скорее всего, ничего страшного, но я просто не хочу даже вопросов лишних, это такая ерунда, и вы сами понимаете, что там-то я уже и снимал, тем более это все, ничего такого нет. О, асфальтик здесь немного разбитый, кстати, на подъезде уже внутри. Хотя ничего, не так все плохо. В общем, о, всего 2 машины в очереди, как, в общем-то, я и ожидал. Можно посмотреть на сайте DMV прямо камеру, прям посмотреть, сколько машин в очереди стоит. Там прям живое изображение на каждом из этих сайтов есть. Так что вот можно посмотреть. Все это вы видели, я в описании к этому ролику я дам вам ссылку на старый мой ролик, где я снимал все внутри, там с помощью видеорегистратора. В общем, должно это все быть быстро. Вон там машина проходит, сейчас позовут следующих и так далее и тому подобное. Кстати, инспекция-то у меня действует до 10 2017 года, то есть до октября, то есть до последнего дня октября. Но можно уже делать в течение 60 дней, то есть как только остается меньше 60 дней до истечения срока, то можно уже делать. Ну и чтобы, естественно, в последний момент-то не тянуть, поэтому, ребята, сейчас вот еще только середина сентября, сегодня какое, 21, по-моему, сентября, но я решил вот как раз съездить, как раз никого нет, сейчас на работе не такая загрузка, в общем, спокойно съезжу, гораздо лучше, чем стоять в очереди в субботу там,
какую-нибудь. Ну, ребят, вот, собственно, и все. Собственно, и все. Новую наклеечку получил. Теперь аж до 19-го года. Ну, а там видно будет. На 2 года, как известно, в Нью-Джерси инспекция. Причем дополнительно за нее платить не надо. Как в Нью-Йорке, $37 каждый год, причем инспекцию делать. Ну, в общем, тут немножко с этим попроще, чем в штате Нью-Йорк. Такие вот дела, господа. Всего хорошего!